Потому что, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Синджар, сегодня продолжаем наше выживание травное. Погнали. Вообще, в прошлой серии я нашел долину душ, но в итоге я за кадром там упал в лаву и умер. Поэтому что ж, сегодня у нас будет выпуск про искаженный лес. Если я найду долину душ, то, конечно, у нас будет выпуск про долину душ. Короче, здесь будет выпуск про два сразу биома. Так, я уже собрал немного искаженных грибков, если меня не убьют эти тупые страйдеры, то тогда вообще будет зашибончик. Что вы так резко телепортируетесь, а? Мне вот найти эндермена. Точнее, эндерменов. Так, давайте, кстати, в этой серии я хочу еще немного позаниматься. Короче, порубить дрова. Потому что, доски как-никак мне нужны. Потому что они не горят, и из них, прикольно как бы строить мосты. И вообще, конечно, нежелательно очень даже их много. А вот дровами чай и займусь. Итак, я уже занялся рублением дров. Вот я сколько нарубил. Поэтому что ж, давай сразу же это все перекрафтим в доски. Так, давайте. И также еще... Тихо, это было опасно сейчас. А также еще сбросим все лишнее. Так, что мне нужно? Грибы мне не нужны. Это не нужно, это не надо. Остальное все, в принципе, надо. Хотя, все, давайте теперь перекрафчиваем все это дело. Пока у меня не закончится. Место в инвентаре, я имею в виду. А, нет, закончится. Нет, все. Пойди, мне этого хватит. Так. Строимся. Я хардкорщик, поэтому идем прям вот так. Больше не буду идти вот так. Едим стейк. Так, я резко едим стейк. Вот, всё, спасибо. И поднимаемся. Так. Так, я же уровень, да? Да, в принципе. Да, уж чувствую, еды мне понадобится очень много. Так, давайте чуть повыше. Вот так еще. Да, хватит мне. Спокойно, Санджар, спокойно, Санджар, спокойно. Ладно, все, понял, спокойно. Ребята, спокойное ламповое выживание. Без никаких психований. Так, ладно, все это уже мы вот, пошли. Давайте все-таки добьем багровые доски. Все добили. А теперь будем строиться на искаженных. Так, теперь на дерево. И... уже эндермены, спавнитесь. Блин, у меня там сложность стоит. Легко. Но я надеюсь, что это не будет читерством. Я поставлю на нормальную. Вот. Вот то, что мне нужно было. Где ты, эндермен? Неужели это на сложности? Ой, ладно. Все, строимся. Пофиг на все. Пофиг на эндерменов. Пофиг на то, что я могу сейчас с обрыва упасть. Пофиг на все. Я не знаю, как я выжил, но я выжил. Ладно, окей, давайте вот так вот построим, типа, чтобы удобно было. Все. А, ну и тут, потому что, зная мой уровень интеллекта, от меня можно всего ожидать. Так, там опять базальтовый биом, но давайте, в принципе, да, его исследуем тоже. Да, в принципе, он сегодня тоже будет, типа, путешественская серия, потому что вообще я хочу все-таки найти долину душ. Прям без этого, без монтажа, без третьего, десятого. Ну, конечно, сегодня у нас будет золото А. Ну да, я дурак. Итак, идем уже с железной кирочкой. И добываем. Кушаем. Все. И еще раз добываем. Так. Кстати, еще у нас повышается опыт, это хорошо. Потому что он мне еще пригодится. Так. Добываем.
Так, я надеюсь, что вам не стыдно. Там шумы всякие. Третье, десятое. Вот у меня там еще на улице шумят. Так, ладно. Хорошо. Так, кстати, мы можем поискать эти, как их, обломки эти, обломки, короче. Я забыл, как они называются, незри эти, древние, вот, древние обломки. Ура, вспомнил, Санжар? А давайте, кстати, этим и займемся. А? Потому что, ну, золото копать уже не кайф. Хотя... Еще как кайф. Да, уж еще говорят, что золото бесполезно. Вот ему придумали полезность. Еще оно полезно нубам. То есть таким, как я. Ага-га-га. В кавычках. Что ж, начинаем копать под себя. Нарушаем все правила Майнкрафта. Помню, что они сейчас на 14-й высоте. Вот о чем я и говорил. Нарушаем правила Майнкрафта. Вот о чем я тоже говорил, нарушаем правила Майнкрафта. О! Я уж обрадовался. Так, мне нужно яркость сделать повыше, потому что она, наверное... Ну, короче, ладно, все. Все, мы на 14-й высоте, все, вперед копаться. Просто... Ну, спасибо, конечно. Короче, все, мы на 14-й, я смотрел видео Неркина, где он говорил, типа, по-моему, сейчас на 14-й высоте. Нам бы еще принести кровати и так-то поискать обломки древние. Ну, мы ж нубы, поэтому будем, точнее, я нуб, поэтому буду искать по старинке. А по новинке мне никто... Блин, офигеть! Ребят... Только я сказал, что у меня ничего не получится, но... Где моя алмазная кирка? Итак, я скрафтил новую алмазную кирку, и теперь мы можем уже это добыть. О да, ребят. Вот это кайф. Кайф его так долго добывать. У меня жизнь не стоит в инвентаре, да, есть. Чувствую, это будет долго. Ну ладно, окей, пока что можем поговорить о жизни. Да, это будет полуразговорное видео. Кстати, насчет чистоты выхода роликов, она немного изменилась, потому что началась школа. Времени у меня достаточно мало вообще. Сейчас я еле-еле записываю этот ролик. Пытаюсь его растянуть на побольше минут. Просто я буду медленно говорить. Так, все. Я уже знаю, какой будет бомбеж в комментариях, поэтому продолжаем копать. Сколько у нас уже их? Ну, 5. Ну, я не знаю. Ну, в принципе, да, нормально. Уже можем делать себе что-нибудь незритовое. Какой-нибудь там рандомный шлем или еще что-нибудь. Ой, сейчас мне что-то... В инвентаре будет лежать по полстака в кварце. Так. Что мне выкинуть, а? Давай скрафтим верстак. Все. Сейчас перекрасим слитки. И в блок. Все, теперь будет меньше места занимать, и мы сможем поднять. Мини-стишок от Санжара. Все. Продолжаем копаться. Верстак даже можем оставить, в принципе. Так, 16-е. А нам нужно на, вот, на 14-ю. Так, ну давайте кварц тоже добудем, хотя мы потом ее тоже выкинем. Но это уже другой вопрос. Я знаю, что сейчас на меня потечет лава, меня сейчас убьют. Пока мы копаем все, можно поговорить. Да, сегодня у нас будет реально полуразговорное видео. А также еще я не могу снимать видео. Точнее, я снимаю видео так редко. Ну, как сказать, редко. Только всего один раз в день из-за своей болезни. Мне на самом деле и то. Тяжело говорить, и я часто кашляю. Или это, скорее всего, аллергия на что-то. Да, я аллергик, к сожалению. Конечно же, за это я извиняюсь. Ладно. Тем временем... у меня уже место в инвентаре закончилось.
Давай тогда это выкинем с коронной доски. Сейчас поподбираем это все дело. Так. Короче, ладно, все. Просто молча копаемся. Надеюсь, что что-нибудь найду. Ну, не черниты уж точно. Ладно. Скорее всего, в следующей серии мы сделаем... Ну, я не знаю. Короче, мы принесем ват кучу кроватей. К счастью, на бедроке они стакаются. Спасибо, превеликий джеб. И там уже сможем именно таким образом искать. Блин, я уже устал копаться, честно говоря. Вот о чем я и говорил. Что на меня сейчас польется лава. Уходим. У меня жесть еще место. Давайте это выкинем и поспираем еще на зарака, потому что это блоки, они мне нужны. Ой, у меня уже... О, господи, куча места. Выкидывать все не нужно. Это не нужно. Это не нужно. Так. Прыгаем. Такс. Все подбираем. Да, это у меня блоки магмы не нужны. Это тоже подбираем. Что ж, возвращаемся домой. Итак, что ж, вот я и дома. Так, ладно. Привет, мой кот по имени Кот. Ссылочка. Ладно, все. Плавим это. Так, ждем. Долго ждем. Прям капец, как долго ждем. А, стойте. Да, точно. Так, плавим. А, у нас уже есть 3. Ладно. А, это звуки просто моих наушников. Они просто очень сильно шумят, извиняюсь. Все, у нас есть 5. И теперь на верстаке мы можем... Ах, тяне, давайте сначала выложим какие-нибудь вещицы. Пшено. Потом что? Гнилую плоть. Так, потом что? Порох. Это. Я вот так вот делаю, чтобы этот, ну, было бы быстрее, типа. О, кстати. Я могу, в принципе, соединить стаки. Вот, все. Все, теперь мы уже можем скрафтить. Наконец-то незритовый слиток, ура. И что бы нам первое сделать незритовым, а? Давайте, например, незритовую кирку. Точно, мне же нужен кузнечный станок. А как он крафтится? Я забыл все. Я нуб, да. Ага, понятно. У меня же есть железо. Скажи, что у меня есть железо. Спасибо большое. Так, с помощью магии монтажной добыли мы кузнечный станок, ставим и модернизируем нашу кирочку. Все. О, новые звуки, я даже... А, ну да, они же были в лавовом выживании. Кстати, лавовое выживание, его не будет, извиняюсь, сразу же. Фух, я устал, поэтому что ж, ребят, давайте уже на этом будем заканчивать наш актерский выпуск. Поэтому что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Снова Синджар. И до новых встреч. Так, всем пока. Пока. А, стойте, это что за анимация? Ладно, что ж, пока-пока.